Сегодня мы будем готовить фруктовую тарелку. Из составляющих фруктов будет у нас дыня испанская, яблоко, груша, киви, хурма и клубника с ананасом. Нарезаем снизу ровненько, делим на дырки, получится в виде лебедя. Точно так же делаем с фиалками. Получилось. Если такое произошло, можно положить рядом. Берем грушу, режем ее на другие части. Удаляется середина. Делается видео. Затем режем яблоко. Удаляется сердцевина, удаляется она несъедобна.
режется вот такие дольки. У каждого фантазия своя. Каждый хочет. Как хочет, так и падает. Затем берем корму. Режем ее точно так же на дольке. Чистим киви. Желательно, чтобы фрукты были по сезону. То есть урма, яблоки, груши. И оставшуюся клубнику режем пополам, достаточно довольно большая, можно даже на 4 части. Приятного аппетита! Приятного аппетита!